Доброе утро, наши покупатели, девочки, мужчины. Никто никому не мешает, Алла. Мы находимся садовод, линия 2085. Напоминаем, кто не знал. Мы вернулись. Пока мы вам будем показывать распродажку. Начнем с платьиц. Вот эти платьица. Сразу скажу, что это все по 4000. Все 48 и до 54 наш. Вот такое платье. Смотрите. На воротничок. Все это трикотаж. Трикотаж очень хорошего качества. 7/8 длина. Следующая моделька у нас называется шнурочек. Из-за вот такого красивого серебряного шнурочка. Вот. 48 до 54 наш. Все модельки. Вот такая модель. Отрезное по талии. Верх сделан под спортшик. Юбочка. Полусолнце клеш. Вот такая модель комбинированная. Видите, низ колечки хлопок, верх трикотаж. Где надо, на нужный размер подтягивается. Рукавчик 3/4. Вот эта моделька идет нарядка. Смотрите, девчонки. Прозрачный рукавчик. Очень красиво, с черными жемчужинками. Манжетик. Сюда аксессуары все входят. Вообще, вот эта моделька большемерная. Она может пойти и на 56 наш. Вот такое платьице. Можно и 3500. Вот оно. Обычное. 3/4 рукавчик. Но оно стильное. 48 до 54. Вот эта моделька. Тоже комбинированная с леопардовыми. Такими с ткани. С манжетиком на мысик. Спинку сразу показываю. Оно, кстати, очень хорошо садится. Не отрезное по талии, на любой рост можно будет. Вот. Еще одна моделька, но уже покороче идет. Ну, я считаю, более помолодежней. Вот такая спинка в нем. Трикотажик вискоска. Длину вы видите. Ну, еще раз повторяю, что у нас Турция, у нас качество замечательное. Вот эта моделька. Прозрачный рукавчик, прозрачный верх вот здесь. Стоечка небольшая. Сделано оно полубочонком. Ну, короче, ровненькая, ладненькая. В боковых швах карманчики. Вот еще моделька. Вот. Такая, буквой А называется. Она вот кажется, что простенькая, но она с таким хорошеньким рисуночком, неброским, такие веточки на ней. Капелька вот здесь вот. И сзади молния до половинки. Эти все модельки, еще раз напоминаю, по 4000. Вот, посмотрите, какое красивое шифоновое платье. Тоже свободненькое. Рукав, сетка сверху. Спинка у нас такая. Вырез тоже небольшой, то есть пойдет на всех. Это нарядка платьице. Вот. Вот эта платьица у нас сделана под спортшик. Трикотаж вверх, комбинированная с хлопком. Вот, верх сделан как поло, можно стоечкой, можно и откладывать. Вот. Сейчас тоже покажу шикарнейшую модельку. Именно из хлопка, хлопок, шитье. Смотрите, какая модель шикарная. Юбочка клеш. Отрезное по талии, воротничок. Вот. Расстегивается вот оно именно чуть ниже, чем до половинки. Все модели идут с 48 и до 54 нашего. Вот эта модель роскошнейшая. Смотрите. Сама ткань атлас, сверху сетка. И получается дорого. Прозрачный рукавчик. Атлас у нас воротничок. Оно полностью расстегивается. Вот такая спинка. Я думаю, что все слышали, что с 48 и до 54 нашего. Вот это платьице. Платье-рубашка называется.
расстегивается полностью, закругленные бочки, не отрезное по талии. Вот, поэтому на любую фигурку, то есть выше, ниже, какой рост. Вот такое платьице. Тоже оно, все платья 48 до 54. Тканюшка, клеточка. Вот, вырезок, чтобы вот так вот увидеть. Пуговки декоративные, нет резной по талии, можно с поясом, можно без. Вот, что еще я не показала? Ну, вот это платье достаточно нарядное и стильное. Его можно, как и наряд, и на каждый день. Три четверти рукав, воротничок. Здесь на молнии до конца, то есть до половинки только расстегивается. Черно-белая такая расцветочка. Вот. Платьице спортшик. Вот такое вот отделочка под спорт. И вот такой красивый принт в виде цветочка. И не глубокая, то есть не широкая. Называется лодочка, наверное, отрезная или такая стоечка. Платьице из велюра. Вот такое вот. Обычное прямое. Классика. Маленькое черное платьице. Вот. И еще одна моделька. Называется, наверное, мелкий павлиный глаз. Вот, в боковых швах кармашки. Оно не длинное. Вот. Это мы вам показали по платьицам. Сейчас будем показывать спортивные костюмы. А теперь мы переходим к нашим крутым костюмам, которых цена 3500. Девочки, смотрите, какой шикарный. Размерчики с 50 по 56. Уточняем размерчики. 3500 костюмчик. Смотрите, какой нежнейший велюрчик у нас классный. Вот, брючки на резинке, кофточка с капюшончиком. Супер на весну, кроссовочки и пошел гулять. Вот этот вот, смотрите, какой на замочке с напылением. Очень интересный. Капюшончик в камешках. Этот всем известный. Его можно одеть как спорт, можно одеть и на каждый день, даже в офис. Вот смотрите, спинка чистая, брючки палаццо. Тоже с 48 по 54 этот. Также наши костюмчики тоже на замочке. Черненькие, любители черных. Вот тоже размерчики есть, уточняем. Также велюрчик. Цена 3500. Успеваем, девочки, заказывать, покупать, приходите к нам. С этой серии у нас есть до 62 размера вот такой костюмчик. Брючки интересно сделаны. Сзади, вот смотрите, какие кармашки накладные. И кофточка выглядит как оверсайз. В черном и в темно-синем цвете есть. Вот такой костюмчик, смотрите, он у нас есть два вида. Вот такой штанишки, вот. Тоже такие с белым, спинка черная. И есть такой же, только брючки полностью черненькие. Вот они, смотрите. Лампасик, черненькие брючки полностью. Так, есть костюм, который можно одеть и в офис. Брючки и рубашка-пиджак. 3500 цена, девочки. Спешим, заказываем. Также палаццо брючки есть, костюм с палаццо. Вот, он есть в коричневом цвете и в черном. Тоже шикарный. Вот он подойдет до 58 размера, может сесть. Так что меряем. Вот такой на флисике, кто не успел купить. Кожаные рукавчики. Смотрите, какой кармашек стразиков. Брючки тоже с лампасиком. 3500, девочки. Вот такие светленькие костюмчики, черные брючки к нему идут. Также вы можете у нас приобрести вот такие спортивные брючки по 2000 разных размеров. Смотрите, какой симпатичненький костюмчик с Микки Маусом. 3500, девочки, приходите. Также есть костюм. Вот смотрите, кофта удлиненная и лосинки. Пожалуйста, вот, 3500. И яркие цвета. Зеленый, брючки черненькие и голубенький. Девочки, все они 3500.
приходите, мы ждем вас. Продолжаем нашу распродажу. После платьев, после костюмчиков спортивных у нас брючки. Девочки, пишите вы, осталось ли что-нибудь у нас из брючек. По 2000 есть, кофточки есть. Сейчас по брючкам в основном. Первая модель у нас комбинированная с эко-кожей. Вот, чтобы видели. Вот. Вот такая вот моделька. Значит, кармашки есть на широкой резинке. Трикотаж у нас сзади, то есть она комбинированная. 48 до 54 наш. Это первая модель. Вторая моделька у нас практически такая же, только она просто трикотаж. И с белыми полосочками. 48 до 54. Вот. Следующая модель у нас, ну вот это вот есть, но надо уточнять. Обычные прямые, зауженная ножка на застежке. Размеры надо смотреть будет просто. Вот, эту я вам показала. Следующая модель идет под классику. Вот она, прямая нога на застежке. Размеры у нас... 48 и до 56. Может, чего-то нету. Также будем списываться индивидуально. Для каждой девочки будем делать замеры, то есть бедрышки. Вот эта моделька у нас идет трубы. Видите, какая резинка поясочек? Вот, красивенькая. То есть эти, которые с резинками, они... садятся на любую фигурку. Это уже беспроигрышно, чтобы размерчик одеть. Мало ли там животик. Вот. Модель палаццо. Вот. Одеваем. Палаццо у нас с таким лампасиком. Он у нас сбоку. На широкой резинке. Размеры 48 до 54 полный. Могут подтянуться до 56. Модель трубы. Кармашки у нас рабочие. На резинке, на шнуровке 48 до 54. Так, чтобы хорошенько успевали делать скрины. Поэтому эко-кожа полностью. Широкая резинка сбоку, молния. Цвет черный 48 до 54. Вот. Размеры уточняйте, потому что... чего-то нет, я же повторяю, мы торгуем уже вторую неделю. Вот эта моделька у нас называется тканюшка, антицеллюлитка. Вот, то есть скрывает наши недостатки. Ножка прямая, круговая резинка. Тоже сейчас вот есть в наличии, больших не осталось, только до 54-го. Так, такие брючки я вам показала. Это все эко-кожа. Успевайте делать скрины для заказа. Но есть и цветная. То есть, вот, например, бордо. Такая же модель у нас в шоколаде. Эко-кожа полностью у нас бежевизон цвет. Вот, это все эко-кожа. Вот, модельку, значит, еще показываю, которая у нас по эко-коже. Вот это колечки комбинированные, то есть сзади трикотаж, вперед у нас эко-кожа. 48 до 54. Модельки из кашмира. Здесь у нас на 48-50, она в одном, одна штучка. А вот такая моделька уже без стрелочки. Есть все размерчики, 48 и до 54, ну, может быть, на 56 наш. Вот, модельки с трикотажа, прямые есть. Вот, например, как я показываю, чуть клешоные к низу и полный рост. Модельки есть, например, вот такие с красивенькими по бокам, стразиками. Здесь трикотаж на резиночке, то есть, вот. Эта моделька у нас... самая шикарная. Защипчики внизу. Здесь два размера. На 50 и 52. Может быть, что-то еще найдем. Вот. Так что делайте скрины. Будем принимать ваши заказы. Вот.
Эта моделька вот на полный рост, пуговки по бокам, на круговой резинке. Так. Также ножка заужена, прямые. Но у нас еще есть модельки именно из микровельвета. Это бежка. Это вот такой вот. Вот такая модель темно-коричневая. Это же модель в бордо цвете. Это я вам все показываю. Кашмирчик. Вот этот у нас моделька под спортшик серо-черная. Это все показываю по 2000 модели. Вот. Шоколад на круговой резинке. Все 48 до 54 под спортшик. Вот это кашмир в двух расцветках. Например, беж. Это можно назвать, ну, не знаю как, визон расцветочка. Вот. Все на круговой резиночке. Все у нас шнуровочки, чтобы фиксировать. Вот размер. Это темненькая, тоже хорошо пользуется спросом. Есть, конечно, более нарядные. Например, вот такая модель, идет прямая нога, вот, по бочкам кошечки. Модель у нас есть даже до 58-го. Вот. Моделек много. И трикотаж такой уже, что на весну. Вот прямая моделька хорошенькая. Цвет, конечно, в основном черный. Вот. Что вам еще показать такое красивенькое, чтобы вам понравилось. Только успевайте делать скрины. По трикотажу много, потому что сейчас покажем вам трикотаж. Будем потом показывать джинсы. Вот хорошенькая моделька, это спортшик. Уточняйте, пожалуйста, размеры, потому что, например, на 48-50-52, может быть, чего-то уже и нету. Вот. Моделька под классику. Размеры 48 до 58. Так. Антицеллюлитку показывала. А есть вот такая моделька. То есть уже не просто, а вот уже по бочкам вот такой красивый лампасик. И здесь рост полный. То есть все подберем. Лишь бы вам все нравилось. Так. С эко-кожи есть не только колечки, не только палаццо, а моделька вот такая вот прямая. То есть сделана как лосинки. Вот. Вот эта модель 7 восьмых длина. Смотрите, на застежке ремешок. На одной ножке вот такие вот надписи. Там стразики. Это вот спортшик. Размеры 48-54 и уточняйте. Вот эта модель с 50 до 56. Там внизу на кнопочках они расстегиваются. Вот. Все по 2000. Все по 2000. 48 до 54. Вот эта модель на круговой резинке. Низ также резинка. Там вот украшения внизу. Здесь вот такие вот кармашки рабочие. Хорошая моделька. Так, что у нас еще по трикотажу? По трикотажу много чего. Хочется, конечно, вам все показать. Все. Вот такой вот спортшик. Вот. Просто вот. Прямая ножка. И внизу там небольшая молния. Какое-то дополнение. Чем-то отличается. Вот эта модель идет с 50 до 60 наш. На круговой резинке внизу вот такие беленькие штучки. Везде высокая посадка, хороший стретч. Вот такая вот моделька. Видите? Внизу вон такие разрезики небольшие. Маленькие бабочки. Размеры до 56. Так, что тут у нас по мисс Рена? Тоже хорошая моделька на круговой резинке. Карманчики у нас сзади накладные. Есть, она сделана именно под джинсы. Вот прямая ножка, высокая посадка. Она подходит для всех модель. Так. Вот эта модель у нас комбинированная. Также с эко-кожей. Это из больших. Есть у нас на 58 и на 56. Да, два размера. Вот. Внизу манжетик.
Здесь у нас на резинке, что вот прям необходимо именно на большие размеры. Незаменимо. Там должна всегда быть резинка. Вот модель из эко-кожи с лампасами. Красивенная. Идет с 50 до 60 на весну. Вот, одел, тряпочкой вытер, стирать не надо. Шнуровка фиксирует вашу талию. Так, что там у нас еще есть? Хорошенькое, чтобы показать. Вот это красивенькое. Это 48 до 54 модель идет. Кармашков нету. Внизу вот такие красивенькие стразики с обеих ножек. Длина обычная, как всегда, высокая посадочка. Вот. В основном трикотаж идет у нас весь на резинке, везде высокая посадочка. Вот хотела вот эту модельку показать с элементами кожи, которые 7-8 длина. То есть с 50 до 60, тут немножко кожи, хорошо смотрится на любой рост, особенно на маленьких, где не надо отрезать. Так-с. Здесь моделька у нас красивый пояс, вот такой с камешком выложенный. Вот прямая ножка, чуть заужена, размеры 48-54. Эта модель, вот следующая, сейчас буду показывать, именно из больших. То есть здесь остаются у нас 58 и 60 размеры, это тоже надо. Ну, как всегда, на круговой резинке. Кстати, сзади кармашки накладные, внизу там вот... отделочка под это, ну, под спорт такая беленькая. И здесь вот есть кармашки. Хорошая моделька, что-то хоть интересненькое на большие размерчики. Так, что тут у нас? Это я показывала. И, конечно, есть у нас классика. Вот, классика по хорошей фабрике 48 до 54. Вот замочки у нас, кармашки рабочие. На застежке спинка чистая. И отделочка внизу беленькая. Вот здесь ткань такая вот, не трикотаж, а именно, ну, называется костюмная ткань. И вот такую еще модельку покажу. Вот крутая модель. Вот она на круговой резинке. Ремешок тут такой крутой. Внизу она там такие на маленьких подсыпу на замочках. Модель идет 48 до 56. Сзади у нас кармашек обманчики, но спереди есть. Я вам показала по трикотажу, по кашмиру, показала вам эко-кожу. Девочки, размеры будем уточнять, замерять. Сейчас Алла покажет по джинсе. У нас еще очень много по джинсе. Все это по 2000. Сейчас продолжим. Девочки, также у нас остались еще в продаже кофточки по 2000. Конечно, уже в размеров практически мало. Ну, например, вот такая вот, которую можно под кожицу одеть, под низы кожаные, это шляпка. Вот такая дорожка есть, это на 54. Вот такая с хомутиком, очень красивый свитер. Это все по 2000. В серая расцветочка, без горлышка, это все есть. Полоса с этими кармашками накладными тоже есть. А, вот это как нарядку же можно, вот эти цветы. Она у нас в синем, в желтом. А, вот эта девушка золотая есть. Так, обзорчик сделаем маленький, что все есть. Вот эта кошка у нас в беж есть, но она есть и в синем. Вот, вот это кофточки, прозрачный рукавчик, шикарнейшая. Так, немножко, Наташа, покажите там верх. Потому что здесь вот уже не все висит. Вот такая оранжевая кошка есть. Смотрите, цветок красивый, цвет бежка. Вот эта вот девушка есть и в черном, и в шоколаде цвете. Вот эти вот тепленькие, но не тонюсенькие, красивые. Смотрите, какие красивенные, с такими бусиками вверху. Качество бесподобное. Серая, розовая, бежка. И вот такой хомут. Более удлиненные, размерчики тут побольше. В основном до 54-56. Гучевская вот одна осталась. По-моему, она двоечка. Вот. Вот этот голубенький остался, тоже двоечка. Это на наш 54. Худи. Вот на 52-54. Вот. До 56-го есть вот такой красивенный кролик с добрыми глазками.
Это все на вас есть. Вот это до 60-го вот такой мишка с такими жемчужинками. Все тоненькое, но тепленькое. Поэтому 2000 сердечко в беленьком, в черненьком. Это вот водолазочка, как черненькая стоечка здесь. Вот это сочетание тунички золота с черным красивое. Такое же, только покороче. Рубашки у нас, смотрите, город, клеточка, стрекоза светлая. Вот эта травка, цветная рубашка под ноги и низы. Город в сером, в бежевом. Бант еще есть у нас с колечком. Размерчики, девчонки, уточняйте, потому что делайте вот скрины, чтобы я вам прям так распахиваю. Он рубашек сколько, белая, синяя, кармашек накладной. Вот такая под спортшик, вот такая туничка. Может быть, каких-то размеров нет, но есть, есть размерчики. Вон бежка, голубая какая красивая. Выбрать можно под классику рубашки. Полно всего. То есть звоните, пишите, будем ждать. 11. Вот. Так что ждем ваших заказиков. Еще вашему вниманию, девочки, юбочки по 2500. На круговой резинке кармашки накладные. Здесь у нас на 52 и 54, их две штучки. Вот эта модель у нас 2500, идет с 50 до 60 наш. Круговая резинка с элементами кожи, карман вот этот рабочий. Вот цвет черный. И есть распродажка юбочек с 50 до 60. Трикотаж сделано очень хорошо. 1500. Хоть оптом, хоть розницу. Это распродажа. Девочки, спасибо вам за внимание. Ждем от вас заказиков. Если кому-то что-то мы не ответили, не обижайтесь, не ругайтесь. Мы обязательно вам ответим. Вы просто еще раз перезвоните. Вот. Поэтому мы находимся, напоминаем, на рынке Садовод, 20-я линия, 85-й павильон. Показали вам распродажку. Пока-пока. Приходите в гости.